И в завершении выпуска информация, на которую следует обратить особое внимание. В пригороде Махачкалы в канале имени Октябрьской революции было найдено тело 2-месячного ребенка. Следственное управление обращается к жителям Дагестана с просьбой, если кому-то что-либо известно о личности младенца и его матери, позвонить в следственный отдел по Кировскому району Махачкалы по телефонам, которые вы видите на своем экране. По данному факту Следственным комитетом Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 «Убийство». Следственное управление обращается к жителям республики с просьбой сообщить следствию известные сведения об обстоятельствах данного преступления в любой удобной, в том числе в анонимной форме. Смерть ребенка не должна никого оставить равнодушным, и органы следствия предпримут все усилия для установления причины совершения данного преступления и лиц его совершивших.